Специалисты контрольного управления администрации округа организовали новую экологическую акцию под названием «Скворечник. Домик для птиц». Прежняя «Покорми птиц зимой» полюбилась многим мытищинцам. Вот и сегодня в Центральном парке собралось большое количество жителей нашего округа. Конечно, главными героями стали дети. Именно они уговорили своих родителей помочь птицам в обустройстве новых домов. Очень приятно, что в этом участвует вся семья, как обычно, и подходит творчески, стараются как-то вот, чтобы у каждого была какая-то своя изюминка. Кто-то сегодня даже с утра пошутился, что скоро у нас в парке будет живой зоопарк, потому что у нас, вон, видите, спокойно гуляют утки, причем разных пород. Участие в акции решил принять и мытищинец Сергей Зиновьев. В Центральный парк он пришел со своим сыном. До этого они не раз кормили птиц во время холодов. Сегодня сделали еще одно доброе дело. Сергей говорит, что всегда с удовольствием поддерживает общественные мероприятия, привлекает к этому всех домочадцев, друзей и знакомых. Такой период, весна, птицы возвращаются в родные края. Акция замечательная, в такой замечательный день. Хотелось бы всех неравнодушных жителей пригласить в ней участвовать. Также хотелось бы всех неравнодушных жителей пригласить 20 апреля на общеобластной субботник. И хотелось бы призвать людей и сказать: давайте сделаем наш город чище и краше. В этот день в парке появилось 10 новых скворечников. Взрослые занимались установкой, а дети увлеченно наблюдали. Мы решили спросить их, а зачем вообще нужны такие домики птицам? Если они останутся здесь, а скворечников не будет, им негде будет жить, и они умрут. Наверное. Птицам скворечники нужны, потому что под дождем гнезда могут промокнуть и развалиться, а скворечники нет. В течение следующих 2 недель такие акции пройдут по всему городу. Новые скворечники появятся на территориях школ и детских садов. Принять в них участие и сделать собственный уникальный домик для птиц может любой желающий. Присоединяйтесь и будьте уверены, совсем скоро созданные вашими руками скворечники заселят вернувшиеся из теплых краев пернатые. Анна Мусаликина, Алла Сталаева, Денис Петров. Информационная программа «День».